Дорогие мои юные друзья, я приглашаю вас принять участие в замечательном международном творческом конкурсе детей и школьников. Называется этот конкурс «Здоровье планеты в твоих руках или в моих руках». Представляете, а что такое планета? Это наш дом. А что такое наука экология? Это наука. Наука о доме. Это в переводе с греческого. Экология. Наука о доме. Это действительно наш общий дом всего человечества. Мы не можем сейчас, так сказать, переселиться на другую планету, если мы загрязним нашу Землю. А загрязнение ее идет. Загрязнение воздуха, воды, океанов, почвы. Все это... Всеобщее потепление, которое грозит нам очень серьезным проблемам. Самое главное – успеть спасти планету от нашего собственного воздействия до того, как она достигнет точки невозврата. Наука экологии сейчас стала главной наукой, междисциплинарной. Все различные науки, от юриспруденции, экономики, географии, биологии, все сосредоточены на проблемах экологии. И вот в этом конкурсе, пусть вы дети еще, молодежь, мальчики и девочки, юноши и девушки, вы можете сейчас создать такие интересные творческие проекты, которые по конкурсу могут победить там. Даже если не победят, но участие в этом конкурсе для всех будет полезно. Прошу вас принять участие в этом конкурсе. Вы можете подавать свои материалы до марта. 25 марта делайте эти проекты. Это могут быть стихи, это могут быть литературные произведения, это могут быть какие-то поделки, фигуры, скульптуры, картинки какие-то, юмористические, серьезные. Старайтесь все это делать, чтобы победить. Тем, кто победит, поздравления. Тем, кто просто принял участие, спасибо. Это большое дело, которое мы с вами вместе будем делать. Здоровье планеты в наших руках.